День снова не знаю какой. Я вчера вечером даже поскрапила немножко, потому что прямо у меня вчера какая-то была вселенская ярость. Кстати, сейчас сижу под своей лампой. Я, конечно, взяла лампы. То, что успела прихватить, залезла в свое скраповое богатство. И я же собирала коробки и вот расстроилась из-за того, что не взяла. Там несколько коробков не влезло. И получается, что целый коробок крафт-уклок бумаги у меня остался дома. И не найду я что-то свои ножнички тимхольцевские, только большие. И остались. Ну, это, конечно, мелочи. А еще не нашла кисточек. У меня вообще ни одной кисточки не было. Тут сделала... Сейчас покажу. Сделала такую маленькую страничку. Хотела сначала взять бумажку из этого самого минтой. Там есть такая бумага с уточками, с курочками. Но нет, у меня не поднялась у меня рука на это. Сейчас сяду, сделаю открыточку для нашей... Завтра 8 марта. Сделаю открыточку для нашей хозяйки нашего дома. Сделаю открыточку на 8 марта. И Андрей завтра повезет, ей подарит. Хоть какую-то мелочь, хоть какую-то благодарность за то, что нам дали это жилье. Никто к нам не приезжает. Скорее всего, так мы одни и останемся. Ну, конечно, я этому, ну, как бы рада с той стороны, что такая я, знаете, люблю вот, чтобы нас было только двое, и тяжело мне как-то с чужими, ну, с чужими, даже если это хорошо знакомые люди, там, родственники, тяжело мне с ними жить. Как-то мы все время с мужем вдвоем, и отвыкла я от больших семей, у меня в детстве была большая семья, бабушка там на праздники, там, на Пасху всегда там родственники приезжали, на заднем фоне мой Бакс тут туалет производит, там и чешется, и вылизывается. Вот, вчера у меня, конечно, была ярость, потому что я то, что говорила вчера о наших соседях, что их взяли, буквально через пару часов позвонил мужа брат и сказал, что им позвонили, что я опубликовала какое-то видео, и чтобы я его убрала. В общем, в целях безопасности тех родственников, которые остались там, я перестаю публиковать. Перестала со вчерашнего дня публиковать какую-то правду. Не какую-то, а ту правду, которую я могла, которую я хотела показывать людям. Потому что девочки из России некоторые меня просят, потому что на самом деле реально не освещается ничего. Запреты на любую информацию правдивую, как там это назвали, фейками о войне. Вот, так что... Не могу ничего публиковать, там буду какие-то вещи, которые, знаете, так завуалированы, хотя фамилия у меня, мы когда с мужем расписались, я не взяла принципиально его фамилию, потому что мы жили, 15-16 лет мы вместе жили, и он меня замуж не брал в жены. Но в один прекрасный момент это произошло, и я с чувства вот такого вот, что всю жизнь я была Кисевич, теперь... какого-то рожна я буду по другой фамилии. Я, в общем, не взяла фамилию мужа, и поэтому у меня даже фамилия с ними разная. То есть, как бы, меня связать, ну, так вот, его я никогда не показываю, и никак меня с ним не связать, но как-то, не знаю, кто позвонил, ничего не знаю, не факт, что, ну, в общем, ничего не знаю, ну, в общем, нет, дабы на самом деле обезопасить их, мало ли, потому что ходят по домам, ходят, ищут, проверяют, узнают. И вот так. Сейчас уже, кстати, 2 часа дня. Обычно я записываю с утра, но сегодня мы ездили в военкомат. Пробует Андрей. Все-таки со здоровьем у него на самом деле все нехорошо. И попробуем, потому как для того, чтобы выехать за границу, нужны документы, нужны именно из военкомата о том, что он не может служить, да, то есть как бы должен он быть там, не знаю, как это называется правильно, списанный, что ли. Вот. Нужно, в общем, в военкомате пройти медкомиссию. Там очень большая очередь была, будем пробовать завтра, послезавтра, в общем, там 3 приемных дня, так по полдня будем ездить, будем пробовать, стоять в очередях, узнавать. Мы ездим мы все вместе, потому что, ну, мало ли как, чтобы машина дома осталась, если что, если вдруг заберут, хотя вроде бы никого не забирают, ну, знаете, так на всякий случай, потому что ситуации мало ли что, мало ли как, и вообще. Вот. В общем, съездили в город,
Сегодня холодина собачья, просто какой-то ветер, плюс два. И, ну, вчера было солнечно, вчера, ну, ветер вообще каждый день, ветер холодный. Но сегодня такой ветер, я во дворе как бы есть еще чего поделать. Пока я не выхожу, мы пока ездили в город, я как-то так легко оделась. И, в общем, перемерзла страшно. И мы в машине не могли отогреться, хотя, ну, как бы отопление в машине, печка хорошая. И зад греет, но все равно не могли отогреться. Но все-таки легко мы очень оделись, плюс два, и очень-очень сильный ветер холодный. Сейчас, может, немножко посижу, поскраплю. И там перед тем, как темнеть начнет, выйдем, привяжу Бакса, пусть тусит там на длинной веревочке по двору, я хотя бы погребусь прямо перед входом, потому что попросила Андрея машину немножко отогнать, чтобы перед входом убрать, это получается, здесь же виноградник прям, ну, как бы, да, во дворе. И, ну, представьте, два года подряд, ну, там, с позапрошлого года сгнил, понятно, этот виноград, а с прошлого года виноград, даже там отгребаешь листья, он прям целенький такой лежит. Я думаю, если на зуб попробовать, он и сладенький будет. В общем, очень много винограда, листья, получается, мы все-таки немножко, я в день по два раза подметаю, там полы мою и, в общем, заносим мусор в дом, поэтому надо хорошо перед домом прям повыгребать. Займусь этим попозже. Бакс валяется мне тут под ногами, никуда меня не бросает. Вчера ездили, ходили. Ну, я говорила, что ходили там на такую, ну, небольшую экскурсию. И там храм, ну, собор кафедральный. И сначала Андрей зашел, я с Баксом на улице была. А, ну, потом я, конечно, зашла посмотреть. Жалко, там часть здания была, помещение было на реконструкции. И, конечно, всей красоты было не видно. Вот, и я, Андрей стоит с Баксом, и я отхожу, и Бакс такой ко мне, а я же ему говорю, сейчас я приду, у нас такая, ну, как бы команда. И он тогда успокоился, и они с Андреем пошли потусить, пока я там зашла, быстренько посмотрела туда внутрь, в собора. Вот, поэтому он со мной, как хвостик, сегодня даже первый раз бегали в магазин, его оставили прямо внутри машины. Ну, оставили, конечно, там вот так вот окно приоткрытым, стекло тоже там, сейчас я приду, там, чтобы он не переживал, потому что, ну, мне кажется, у собак такое есть ощущение, когда ты уходишь, что вот сейчас ты все, ты ушел, а ты их бросил. Не знаю, насколько это правда, но вот так, как они радуются, когда мы там через 5 минут или через час или через полчаса возвращаемся, как бы радуются они всегда одинаково. Вот, ну, вернулись, сходили в магазин, быстренько вернулись, и все хорошо. Так, ну. Так что пока на этот день планов, кроме этого, никаких, какое-то состояние, знаете, идиотское, честное слово. Потому что вчера, прям, не знаю, у меня такая ярость, такая ненависть, такая какая-то безысходность была вечером. Она и сейчас есть, но она так притупилась, потому что вчера как-то эмоции выплеснулись, плюс все-таки скрапом отвлеклась. Скрап спасает на самом деле. Вот, и сейчас буду делать открыточку, тоже отвлекусь. Жалко, конечно, тимхольцевские ножнички где-то, скорее всего, дома, потому что, ну, надо бы что-нибудь повырезать. Но тут есть какие-то ножнички, плюс маникюрные. Ну, это, конечно, вообще фигня. Такое маленькое просто неудобство. Достала швейную машинку, нашла педаль, даже вот тут отстрочила. Вот это все дело, так что... И еще нужно штанишки подшить Андрею. А, и джинсы он купил, сегодня подошью ему еще джинсы. Так что такие, знаете, мелочи бытовые, ну, в принципе, об этом я и рассказывала. Что-то у меня на заднем фоне. А, это мешок Баксова корма стоит. Мыши все еще тусят, мы им расставили тут этого самого яду по всей поверхности стола кухонного, ну, вот этого вот рабочего по всей поверхности, и там шкафчик поставили. Видно, что едят они отраву, но мыши есть. Понятное дело, что мышей тут много. Вот, ну, пока-пока, может, еще сегодня будет какое-то включение, а может и нет. Новости есть еще, новости хреновые. Позвонили нам, ходят у нас по деревне, забирают людей, приходили к нам домой, выбили нам окна, ну, неизвестно, что они там делали еще, ну, приходили либо за нами, либо за мужем. То есть он у меня не работал в полиции, он у меня не служил, не воевал, нигде ничего, просто за то, что... Активничал в соцсетях и имел свою четкую гражданскую позицию. Был патриотом Украины. Мы, конечно, сегодня вообще пипец, сегодня, а не день. Так что вот так. Приходили и к нам.